Алло, алло, да. Да, да, на охоту. Сейчас буду выезжать. Село Аля. Лодка название. Мотолодка Южанка. Номер. АМ Александр Мария. Дальше. 20. Дальше. 13. Сегодня выход, да? Да, сегодня выход. Когда его нет? Через двое суток. 25-го. 25-го. Людей сколько с вами? Один человек. Где будет? В район 17-й Огневки. По что у меня будет 16-81. 16-81? Да. Все, большое спасибо. Но. Нихуя! На море выйдем, там вообще будет жестоко. Ребята, привет! Сегодня 23 декабря. Решили съездить на охоту. Ну, это, наверное, уже у нас будет заключительная охота. Потому что уже скоро Новый год, через меньше неделю, там плюс-минус. Так вот. Ну, приехали, конечно. Сегодня не стали брать болтоход. Дошли сюда на моторе. Где-то метров 150 оставалось. Встали, в принципе. Вот так вот. Сидим. Тушеночку разогреваем. Так. Ну, еще чуть-чуть поехали. В принципе, задул ветер хороший. Сегодня и завтра будет. Ехали, птичка поднималась, была, есть, в принципе. Вот, не знаю, посмотрим, как, что. Ветрянка нам даст. Главное, доехали сюда. Ну, вечеринку мы пришли, уже темно. Ну, как темно, уже темнеет, темнеет. И шли... Тогда подсадных выставили. Да, ну, подсадных все дела выставили, и это самое. Когда шли, была солнечная погода, вообще бомбовская такая солнечная погода. И когда уже солнце уже было на закате, тучи, все и все затянуло. Поначалу мы тут приехали, еще там туч не было. Вечерянку стали, все раскидали, и тучи раз, и потемнело. Утка была, шла там туда-сюда. Тем не менее, пару штук взяли, да. Вот так вот. Решили вот, вот так вот. Посидеть. Тушенку поесть. Не стали шлюм варить, в принципе. Где еще тушенку поешь, как-то не на охоте? В принципе, уже это самое... На днях там дело бомбический, короче. Шлюм семи уток, это вообще зачетного, ребята. Ну, вот так вот. Ладно, давайте, всего хорошего. До утра. Мы будем отдыхать. Будем смотреть, что там. Всем доброе утро. Сбили пару криковых. Как таковой утка не больно таки летит. Смотришь, вся на частине сидит. Вроде бы и ветер хороший, прям добрый ветер. И вода пришла прям за ночь хорошо. Что-то она, даже лёта нету, вся сидит на частине. И вроде бы охотники тоже. Нет, вот. Пару криковых, вот сколько покажи. Ну, вон еще одна там. Ну вот. Макс. Пока стояли, калякали, налетел крикаш. Вот так не всегда бывает. Ну, вот так вот. Летит, но очень плохо. Ну, не знаю, может,
начнется лед, кто его знает. Всю ночь ветер тоже дул. И птица что-то высоковато летит. Прошлые разы лучше было. Ну это охота, конечно, в принципе. Куда от нее денемся? Вот так вот. Будем дальше охотиться, продолжать. Угу. Ну вот приходится пацаных опять расставлять, ветер собирает в кучу. А когда в куче, это не очень хорошо, конечно, ребята. Должно быть хотя бы метр полтора друг от друга. А то для утки это составляет опасность. Приходится уходить и раскидывать чучело. Вот так вот. Скинули мы. А скидываем потихонечку. Блин, а кто ее будет подбирать? Пойду погреюсь. Ну вот, ребята, снял. Пойду набирать, искать. Там гуще камыша. Да, будь утку. Чё ты? Эх, еще партия налетает, да? Давай заходи, а то сейчас пойдет опять лед. Что за утка? Криковая? Ну все, разряжаемся мы. Сейчас путевочки запишем. И будем. И поедем домой. Пришли мы вчера на 30, конечно, как я и говорил. Вода здорово прям поднялась. Ветер дует. Ну, мы там чехол внутри. Еще нам добираться. Добираться, конечно, очень много. Мы идем порядок в лодочку. И все. Опа, чехол мы. Рыбкам. Так,
не помогу ноги перенести. Сделал потихашку оснастку вот так вот, красок почти все собрал разом за 7 минут. Ну все, ребят, собрались мы. Так вот, выезжаем с другого места. Вода, конечно, категорически упала. Вот раньше какие-то вот полмесяца назад даже вот сюда я подъезжал. Сейчас она вот очень далеко. Ну, в принципе, охота заканчивается вот такой на трофей. Ну, плохо, хорошо, то постреляли, в принципе, прикольно. Но я думаю, может быть, еще раз куда-нибудь съездю под уточку, а может быть и нет, как придется. Так вот. Все, сейчас поедем, нам еще километров 15-20 еще до дома ехать в степи там. Посыпаться. Давайте, всего хорошего.